Короче, кердик у нас в камере. Пишка делает маракую. Давайте понюхаем ее. Ну, у тебя видео просто потрясающего качества. Вот. Маракуя. О! Притерло. Ну, короче, понятно, жижа внутри. Не-не, там такие семечки. Жижу и семечки. Сколько ножа у нас нету? Не надо дальше чистить, она сейчас вывалится вся. Давай так есть изнутри. Итак, киска делает первый укус маракуйи. Маракуйя полезна для здоровья. Как сопли какие-то. Ну как? Как тебе оно? Херня? Как кислых соплей поел. Дай теперь я попробую. Держи. Так, кислые сопли против. Не забудь пожевать их. Я тут соплинку одну. Похоже на самом деле... На... Ужасно. Как называются эти желтенькие ягодки? Физалис не похоже. Не-не, на дереве растут. Облепиха. Вот такая же кислая и желтая. Так, нам где-то давали в подарок сахар, я помню. Пожалуй, я посахарю. Я видела это в одном из роликов. Сахарение... Маракуйи. Происходит процесс сахарения маракуйи. Можно сравнить. Ты думаешь, кому ничего не видно тут? Ты там ешь. Ладно, давай будем есть. Такие паршивые.